Выжить, несмотря ни на что. В поселках, где военные действия не прекращались ни на минуту, остаются сотни жителей. Пески, Водяное, Северное и Опытное – одни из самых горячих точек Донбасса. В эти населенные пункты волонтеры гуманитарного штаба Рената Ахметова доставили помощь наиболее нуждающимся. Как там выживают люди, видели наши корреспонденты. В Песках не осталось ни одного уцелевшего здания. Вокруг руины. Но здесь живут люди. До войны местных жителей было около 5000. Сейчас всего 13 человек. Все говорят, уезжать. Что должна свой дом бросить и уехать куда-то? Где-то есть у меня нет нигде больше. Ни дом, ничего. Светлана в Песках всю войну пережила многочисленные бомбежки. Говорит, снаряды попадали прямо во двор, стены ее дома повреждены осколками. А на окнах уже второй год нет стекол. Мы же не можем так жить, когда это все закончится. Мы же устали. Мы же люди тоже, я не знаю уже. Просто хотим мира и все. Свой дом Светлана подлатала как могла. Даже высадила цветы в огороде. Это помогает женщине забыть о военных буднях. С утра до вечера хочется что-то делать, потому что так с ума сойдешь. В поселке нет света, газа и воды. Закрыты больница, школа, магазины. Ни лекарств, ни продуктов не достать, если только не привезут волонтеры. Здесь как нигде ждут помощи гуманитарного штаба Рената Ахметова. На улице Олимпийская волонтеры раздают наборы выживания. Затем едут на другой конец поселка. Там их ждут еще несколько семей. Как дела? Да так, помаленьку. Все хорошо. Нехорошо. Нехорошо. Мира нет. Мобильные волонтеры штаба Ахметова выдают им продуктовые наборы прямо у домов. За час работы помощь получили все жители Песок. Ренату привет передавайте. Мы благодарны ему. Спасибо Ренату Ахметову. Он один, наверное, из всех этих олигархов не побоялся помогать Донбассу. Волонтеры штаба спешат в соседний поселок, Водяные. Мобильный пункт выдачи также открывают посреди улицы. И здесь все жители получают пакеты с продуктами. Спасибо большое, что он не забыл нас. Помог вот это нам с гуманитаркой. Дай бог ему здоровечка тоже. Его семье я желаю всего хорошего. За день волонтеры побывали в 4 населенных пунктах в горячих точках. Раздали более 200 наборов выживания. Эта территория красная. Опасная, поэтому нужно делать все очень слаженно, очень быстро. У нас уже приготовлены списки, ведомости. Мы этих людей практически уже знаем наизусть. Гуманитарный штаб Рената Ахметова работает по обе стороны линии соприкосновения. За время боевых действий роздано почти 8 миллионов продуктовых наборов. Татьяна Блинова, Ростислав Сысоев, Александр Шмырев, Алексей Бова, телеканал «Донбасс».